10-11 лет школы, минимум 4 года института. Надо ли еще учиться, чтобы стать успешным? Или можно стать Волком с Уолл-стрит самому? Давайте во всем разбираться в этом выпуске. Всем привет, меня зовут Кир Уланов, я маркетинг-ревизор, а это рубрика 5 экспертных копеек за 3 минуты или даже быстрее. Это простые полезные ответы на актуальные вопросы по бизнесу и маркетингу. Вопросы, которые вы задаете в комментариях под видео или в моем инстаграме. Вопрос. У меня есть база, я могу начать свое дело. Можно начинать или стоит еще вложиться и получить систему со стороны? Сегодня отвечу на этот вопрос. Сегодня, в этом выпуске. Представьте, вам впервые дали молоток и гвозди и сказали: «Захуй стену». Инструменты есть, принцип знаете. Дальше у вас два пути. Бить себе пальцы и делать дыры в стене, чтобы обрести нужный опыт, это первый путь. И смотреть, как это делает ваш отец, например, тратить на это свое личное время, но получать почти такой же опыт в безопасности. Это второй путь. Как лучше? Возможно, вы скажете, что от первого быстрее появляется практический опыт. Но попробуйте дать выбор стенке и вашим пальцам. Поверьте, они выберут смотреть за отцом. Дальше предельно все просто, ребят. Даже 3 минуты на это не нужно тратить. Даже если база есть, и вы в себе уверены, все равно систему лучше получить у эксперта. В обратном случае, свой собственный опыт и реальное представление о процессе вы будете получать путем проб и ошибок. А теперь включаем, даже не так, калькулятор вот тут, в черепушке, и пробуем посчитать. Что будет дороже? Платный курс у эксперта или десятки, скорее даже сотни, а то даже тысячи ошибок и провалов? Очевидно, не так ли? Ставьте лайк, если вы со мной согласны, а если нет, напишите в комментариях, почему. Это будет интересно. Кто-то может возразить и вспомнить Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Стива Джобса, которые даже университет бросили, а все равно стали миллиардерами. Они-то точно ни у кого не учились. Чем вы хуже, правда? Извините, но вы, скорее всего, это не они. Во-первых, они также шли путем пробы и ошибок, и всякого дерьма у них в карьере было хоть лопатой выгребали, даже экскаватором. Просто погуглите, почитайте, сколько проблем было у каждого. Во-вторых, они были гениями в своей области и обладали мощными задатками и незаурядными способностями. Если вы считаете, что вы такой же гений, кайф! Желаю удачи! Go! И в-третьих, они были первопроходцами в своей области. Им, по факту, не было у кого учиться целенаправленно. Но крупицы знаний они все равно получали от разных людей на своем жизненном пути. Они не боялись учиться у других. Это был не зашквар. Обучение позволяет принять опыт эксперта, который точно знает больше вас, который есть система. Это не обезопасит вас от ошибок, но их станет меньше, как и ущерба от них. Если возможности не позволяют, то вам придется тратить больше сил и времени на проработку рисков, а не ломиться лбом на баррикады. В таком случае эффект намного больше зависит от вас, от ваших стараний и точности. Так что дерзайте. Если вам был полезен этот выпуск, то подписывайтесь на канал, жмите в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски на канале. Если вы хотите получить ответы на свои вопросы, задавайте свои вопросы под видео в комментариях или у меня в инстаграм аккаунте. Этот выпуск для вас подготовил Кир Уланов, маркетинг-ревизор. Увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока.